Сегодня я расскажу, как жарить рыбу камбала. Ну что принес мой дорогой супруг мне? Так, это рыба камбала. На сегодняшний день она стоит 84 гривны 50 копеек. Здесь 480 грамм. И за 480 грамм он заплатил 40 гривен 90 копеек. Да. Где покупали? Покупал он в Сельпо. Хороший магазин. Вот рыба это холодной заморозки. Вот. Видите, кулечек как положено, упаковочка хорошая. Сейчас я ее достану, все вот это. Не воняет, запах приятный. Ну, видите, можно доверять магазину, конечно. Отлично. Рыбка. Ой, это не реклама, это не реклама, никакой рекламы я не делаю. Я просто действительно, ну, мы покупаем, допустим, продукты, я пользуюсь этим магазином, я не буду, никого я не рекламирую. Это рыба камбала. Брюшко беленькое, спинка черненькая. Если кто не знает, как отличить камбалу от глоськи, глоська, во-первых, более мелкая рыбка, потому что по фигуре они как бы одинаковые. И она с обеих сторон темная. И глоська дешевле рыба. Поэтому, чтобы вас не обманули, кто не знает, смотрите всегда на брюшко. Брюшко беленькое. Вот. Ну, видите, чистенькое. Потому что есть камбала, которая шкурка такая очень-очень-очень плотная. И нужно ее снимать полностью. Здесь я снимать шкурку эту не буду. Вот, потому что здесь чешуи никакой нету, это все гладенькое. Поэтому я сейчас помою. Вы знаете, я даже не буду вот это срезать, вот эти плавнички все. Я все это оставлю. Потому что в мою сковородочку она войдет. Я оставлю и голову, все оставлю, только помою. И видите, даже в магазине уже продают эту рыбку. Там только нужно мне вынуть печеночку. Все промыть и буду жарить. Я пошла мыть ее рыбу. Так, жабры вынули, все, да. Просушила, помыла, просушила. Рыба эта имеет такой запах. Многие не любят этот запах. Если вы не хотите или хотите избавиться от запаха, значит, вот эту кожу верхнюю нужно полностью снимать. И не только верхнюю, еще и из брюшка. Да, но все одесситы едят так, я всю жизнь съела, никогда ее. Там, по-моему, сорт другой. Никогда шкуру не снимала эту. Ну, незачем. Но если вам этот запах, ну, прям аж никак, то ее нужно снять. Если хотите, чтобы я сказала, как ее снять, я вам покажу. Потому что это немножко трудоемкая работа, и мне нужно будет снять или рассказать подробно, или снять. То есть запах за счет вот этой, если эту верхнюю черненькую снять, то не будет никакого запаха. Ну, что я делаю? Я делаю то, что я всегда делаю. Я сейчас... Трипе? Трипе, да. Трипе. Вот, лимончик. Первый подкислим, подкислю. Так, делаем спа-процедуру, я забыла. Натираю лимончиком брюшко и натираю. Красавица наша. Что дальше? Второе П. Ну, я начну с этого второго П. Подперчу. Сейчас перчиком посыпем. И третье П. Ой, как она уже... А лимон, да, и сразу запах появляется приятный. Кстати, лимон и убивает запах. Да-да. Вот. Перчик нанесла. Я не мог это делать так. И что мы третье П? Соль. Подсолю. П. Подсолю на букву П. Поперчим, подсолим и немножко подкислим. Так, все, соль, все нормально. Все, вся процедура, буду жарить я ее целенькой, потому что мне жалко ее резать. В кляре мне запретили, в муке запретили, в сухарях запретили. Поэтому буду вот так вот жарить. Или можно чего-то добавить. Я добавлю, я пожарю ее в муке, вот и все. Там не запрещают, запрещают, я возьму муку. Так, и сковородочка нагревается. Наливаю маслице. Вот. И сейчас будем
нашу дорогую камбалу. То мы тебя перчили, солили, а сейчас еще в муке вывалим тебе. Давай, дорогая, ложись, принимай про свои процедуры. Вот. Будем так тебя сушить. Запачкались мы сегодня. Ну ничего. А то говорят, что сильно так чисто-чисто. Я показала, как можно грязно-грязно. Вот так вот. Чтобы было и так, и так. Ну все, брюшко хорошо мы обработали. Так, теперь как нужно положить эту рыбку в сковородочку? Да? Каким бочком? Какой стороной? И, черной стороной. Вот этой стороной мы кладем. Вот этой черной стороной нужно положить. Вот. Вот я вам покажу, как можно еще и грязно работать. Они очень чисто, да, так вот по грязному. Вот так вот, смотрите. Чтобы не казалось, что дуже чисто. Так, и на черную сторону я кладу куда? Вот сюда. Да, хвост можно было обрезать, конечно, отрезать, но мне жалко. Я его все равно каким-то образом прожарю. Вот. И будет у нас камбала жареная. Что я не сделала, я так заговорилась, надо еще здесь тоже вот так вот нарезочку сделать. Видите, сейчас я сделаю, да я забила ее. Эту нарезочку я делаю зачем? Не для красоты, конечно, а для того, чтобы рыбка лучше прожарилась. Если бы я на кусочки нарезала, это одно дело, я же целиком ее делаю. А когда есть такая рыбка, и много-много мелких косточек, так тут нарезают с целью измельчения косточек. Вот. А тут для того, чтобы она прожарилась. Все. Только жарит она теперь? А пока не жарится, стики жарите. Вот так будем смотреть. Ну, рыба же недолго жарится. Ну, абсолютно недолго жарится. 2 часа, 3 часа рыба не жарится. 15 минут максимум. А тут 10 минут. Смотри, какая рыба. Смотри, это же рыба нежная. И какая красота. Просто чудо. Ой, так и хочется. Да, да. А вот видите, хвостик, он прожарится тоже. Он сам по себе, он отломался. Но вообще, хоть камбала считается рыба более простая, но она очень и очень вкусная. Опять-таки, что подойдет к этой рыбе? Хотите? Лук пожарьте. Жареный лук сочетается чудесно с рыбкой. Любой гарнир, ну, каши не едят сейчас, но с картошечкой очень вкусно. С овощами очень вкусно. С помидорками, огурчиками, свежими или солеными. Скворчит. А какая корочка? Румяная корочка. То есть, вот мне кажется, что вот с этой рыбы что-то придумывать и выдумывать ничего не надо. Она настолько вкусненькая. Пожарили. Ели. Лимончик побрызгать? Лимончик обязательно. Обязательно лимончик. Обязательно. Эта рыба, хоть я считаю простой, я бы сказала, что это рыба благородная. Моя любимая. Я камбалу очень люблю. И копченую, и соленую, и жареную. И какая красота. Так, еще чуть-чуть, и будем уже вынимать. Она долго не жарится. 2 часа, нет, не жарится. Максимум 15 минут, но это тоже даже много. Так что смотрите, корочка образовалась, все нормально. Будем снимать. Где наши блюда? Еще раз снимать. Итак. О! Там-та-та-та-та! Та-та-та! Вау! Вы думаете, легко и просто, чтобы она еще не сломалась, да, сказать? Вау! Это работа. Вот, ну хвостик мы сейчас подровняем. Ну что, ну не красавица разве? Красавица. С чем будем кушать? С чем, ой, что мы готовим? Я уже просто хочу ее. Просто хотите? Ну, да? С овощами, может быть. С овощами. Вот она красавица. Легко и быстро, просто. Не ленитесь. Питайтесь здорово и будьте здоровы. Я всем желаю приятного аппетита. Рыбка полезная, вкусная, нежная. Покупайте камбалу? Ну, покупайте. Ну, покупайте, конечно, хорошие продукты. Если хотите похудеть, то нужно попитаться очень и очень дорого. Дорого, да.
Похудеть дорого, потолстеть дешево. Ешьте булочки, будете полными, ешьте здоровую пищу, будете худенькие, подтянутые и здоровенькие. Всего вам самого-самого лучшего. Приходите, заходите. Я вас жду. Пока.